Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас на речке. Ну что, забросить забросили. Потом вдруг у соседей случилась поклевка. Смотрю, карпит. Ну, где-то килограмм, значит, больше. На что? Та же самая скользящая кормушка. Только у нас поводок здесь сантиметров 10. Это даже, наверное, сантиметров 8. А у него сзади поводок стоит сантиметров 20. Вот поэтому сейчас придется все переделывать. Молоденькая шестерка. Сделаем 20 сантиметров. Это где-то вот так. Да, ну мы будем пробовать на такой поводок. Вот он поводок. На крючочек горошина. Сюда кашка. Так. Ну такая получается такая снасть. Смотрим. Так, чтобы он не запутался, наверное. Сюда. Рыбалка экспериментов. Попробовать на бойл. Кормушка. Дальше будет бойл. Еще впереди бойл. Фиг его знает, что получится. Но посмотрим. 1 медовый десятка. А это что у нас? Тутти-фрутти. Thank you.
Все, неужели ничего? Так положил, классно. Что за хрень такая клюет? Да, точно, что хрень. Как вам такая разновидность? Убийца карася. Снизу, получается, вымывается. Он подходит. А тут еще гранулы. Вот на такую вот поймал уже карася и подлещика. Горох! Гранулы! Два крючка, Саш. Грануло. Горох. Здесь гороховая мастырка. И дальний заброс. Ну что, вот и утро. Ночь окончена. Ночь уже длинная. Были большие надежды на эту ночь. У нас они не оправдались. Хотя соседи пару карпиков взяли. Одного где-то на троечку, второго поменьше. У нас почему-то карп не захотел клюнуть. Проклевался карасик, подлещик. И все. Закормили. Будем ждать. Да, в общем, такая ситуация. Мы замачиваем горох за двое суток, но он у нас получается вонючий. А ребята просто его сварили. 4 часа замачивает и потом просто варит. Вот такие, блин, пироги с котятами. Да, и поводок. 20 сантиметров ниже кормушки. Вот у меня поводок сколько? Сантиметров 10, да? У них 20 сантиметров. Тоже играет роль. Ну отпусти его, пусть погуляет. Что, уперся в руку? Не, есть, дергается. Ушел?
ушел. Взял, 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 есть. Давай подсак, Саш. Тихо, 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 тихо. Стой. А что ты сможешь? А. Да он его перепутал, видишь. Там перепутал решку. Да, такая вот рыбалка. Первый карп. Майер стоит. Ладно. Слышишь? Он уже ж подсаки. Что же вы вытаскиваете? Я твой подсак знаю. Кого? Подсак твой. Ага. Один раз он тут такой тебе неправильно сделал подсак. Ну, он согнул капитально. Один раз. А он нас перевернул удочку. Да блин. Смотри, какой распанах он бедолага. Ой-ой-ой. Траву полез. Я послался. А были ночью комары, но мало. Мало. Хотя вроде бы еще и тепло, да, но... А не, под утро уже было холодно. Не, под утро холодно. Поэтому комар только был с вечера и все. Так, ну что, будем заканчивать рыбалку. Ну вот весь улов. Если бы не карп, вообще не на что было бы смотреть. Все, будьте здоровы, останьтесь живы.